Сегодня мы будем с тобой действовать и злодействовать. Злодействовать и действовать. Мы будем играть за громадного осьминога, которого обидели. А как обидели, ты сейчас узнаешь. Ну что ж, приступаем злодействовать. Сидел я, значит, такой дома. Ковырялся в своем компе. Смотрел на ютубчике видосик. Чё за... О боже! Ну всё, хана вам! И отправился я на поверхность. Но, чтобы туда попасть, нужно было проплыть через океан. И, конечно же, это было не так-то просто. Ты посмотри, на меня уже нападают всякие подводные лодки. Так, у меня есть две щупальца, и мне нужно крутить-вертеться. Настало мое время. Буду беспощадно уничтожать этих людишек, которые отрезают наши щупальцы. Боже мой, как он орёт. Так, монеточку получил, прикинь. Так, а как мне двигаться вообще? А, все, я понял, мы только вертеться-крутиться можем. Перемещаться вперед-назад и вверх мы никак не можем. И прикинь, я уже одну КПшку профукал. Ай-яй-яй-яй-яй, уже вторую профукал. Ну что, бог любит троицу, сейчас и третью профукаю. Вот кто меня за язык тянул? Ну, скажем так, начало не очень сдалось. Зато мы можем прикупить себе еще одну щупальцу. Это прямо шикардос. Возьмем ее. Три щупальцы. Воу. За 50 баксов я могу открыть змею. Давай-ка возьмем. А, я ее могу пришпандорить вместо щупальцы. Так давай же сделаем это. Ёкарный. Это ж что за мутант у меня получился? У меня и до того злобный осьминог был, так еще он теперь у меня и мутант. Ай-яй-яй. Капец людишкам настал. Ну что, поплыли. Воу-воу-воу, змея-то стреляет. Значит, мне нужно крутиться, вертеться вот так вот. Блин, как же это мощно. Как же это нереально круто. Блин, да все, я теперь буду одной змеей только тут всех раскидывать. Хотя дальше, походу, будет сложнее. Так, значит, до Нью-Йорка мне осталось преодолеть один океан. Вон там снизу нарисовано. Доберемся со змеей. Так, надо вот крутануться вот так вот. Доберемся. Вот так вот. Я... Опачки, новенькие какие-то ракеты полетели, видал? Ну, конечно же, меня сложно со змеиным-то лицом одолеть. И это на все, что вы способны. Воу-воу-воу, новая волна. Сейчас полезут новые какие-то людишки. Так, ну это я уже видел. Новые людишки на новой технике. Монеточка, здорово. Монеточка всегда хорошо. Где же ваша новая техника? Я не понял. Все как-то скучненько пока. Опа-опа-опа, смотри, что это? Это, походу, моя новая будет щупальца. Точнее, это будет краб-рука. Да, краб-ДНК. Ну, все. Людишкам теперь хана точно будет. Я могу, в принципе, смотри, что сделать. У меня 275 баксов. Я могу купить еще одну змею. Вот так вот сделаем. А, надо было ее вот здесь. А, без разницы. И купим крабовую руку. О, да. Это будет сейчас весело. Ну что ж, пошли смотреть на этих... Блин, я еще мог купить одну щупальцу, я забыл про это. У меня было бы их тогда 4. До Нью-Йорка нам осталось совсем чуть-чуть. И наша цель основная — это разбомбить Статую Свободы. Вот. Ну что ж, поехали. Та-ра-та-та-та-та-та. Я прибыл. Так, людишечки. Вам всем кранты. Так, надо испробовать свою клешню. Клешню сейчас заценим. Давай-давай, кусай. О, как это мощно. О-хо-хо. Не, ну клешня, конечно, она долгая. Но пока додумается, что надо куснуть. Ты посмотри справа, какая базука летит на меня. Что это за какие-то плавательные базуки, я не знаю. Мощные какие-то. О-о-о, да их пробить с первого раза нереально. Так, значит, здесь щупальца нужна? Есть, вот щупальцами все можно прокусить. Давай, кусай. Ха-ха. Здесь на пути встречается бронелоба какая-то вещичка. В дело идут клешни. Ой, как их много. И все плывут. Ребята. Ну, я думаю, что я с вами справлюсь. Я справлюсь. Клешня здесь. Клешня здесь. Давай. Да.
Мы дошли до новой волны. Сейчас полезут эти перцы. Давайте выходить по одному, я со всеми разделаюсь. У меня на всех хватит патрончиков ядовитых. Сундук. Я его сейчас поймаю. Поймаю. Клешнёй прям поймаю. Давай, сундук ломай. Ломай сундук. Да стреляй ты в него. Ай, по черепухе прилетело. Блин. О, ракушка, смотри, какая-то летит. Хватай ракушку. Чё там? Куча монеток. О, а для чего ракушки нужны? Сейчас мы будем разбираться с этим делом. Для чего нужны ракушки? Ага, здесь за ракушки пока нечего покупать. Но я знаю точно, что мы купим сейчас щупальцу. Покупаем щупальцу. Следующая щупальца стоит 500. В принципе, мне недолго до нее осталось копить. И что сделаем? А сделаем мы, походу, наверное, следующее. Жалко, вот это местами поменять нельзя, а? Покупаем, короче, краба. И ставим вот сюда. Покупаем змею и ставим сюда. Во! Блин, у меня теперь такие мощные руки. Сейчас, наверное, качки просто тихо завидуют. Ладно, поехали дальше. Йо-хо-хо. Давайте, налетайте. У меня теперь две клешни. Я вас всех нафиг. Ой, больно. Ай, что-то я как-то это, зазнался походу слишком. Как говорится, поверил в себя. Ну ничего, прорвемся. Кручу-верчу, головой своей всех зафигачить хочу. Ой-ой-ой-ой. Да, ноль жизнек осталось. Да, далеко мы с тобой не уплывем так. Ладно, поехали. Фух, надо крутиться нормально. Ну что, налетайте на меня. Вот так вот. Давайте. Сколько, смотри, бронелобок на меня летит, а? Ну ничего, мы сейчас с вами разберемся. У меня клешни есть с двух сторон. Вот так. Клешни, правда, долго думают, но ничего. Сундук летит. Пиратские мои подковы. Пиратская моя деревянная нога. Надо этот сундук ловить. Ловить сундук, большой, маленький. Так, клешни разворачиваем. Вот так вот против бронебойных этих танкеров подводных. Новая волна. Ну ничего. Мы... Что за дичь? Это босс? Серьезно? Это босс, прикинь. А она еще пираньи выпускает. Какие тут боссы? Я думал, что я спокойненько сейчас доплыву до Нью-Йорка. Офигеть. Рыбёха, надо ее клешней зацепить как-нибудь. Это, конечно, сложно сделать, она потому что по кругу плавает и до клешни не доплывает. Есть, куснул разок. Нормальненько так зацепил. Давай. Ну, подплыви поближе, подплыви. Пузом цепанись за мой крючочек. Есть, сейчас я ее доломаю, чуть-чуть осталось. Смотри, я ей уже глаз подбил. Давай, цепляйся же за мои крабьи руки. Клешню мне в бочину. Хотя она у меня и так в бочине. Оу, это что, пингвин? Пингвин рука у меня сейчас появится. Посмотрим, что этот пингвин умеет. Так, значит, покупаем еще одну клешню. Мы ее сейчас пришпандорим вот сюда. И покупаем этого пингвинчика. Посмотрим, на что он способен. Надеюсь, я не зря его купил. Что ж, поехали. У меня целый зоопарк. Змея, пингвин, крабьи руки и сам осьминог. Ух, это прямо печенька. Ну что, давайте, налетайте на меня. О, мы выбрались на сушу. Чума. Пингвин какими-то снежинками пуляет, вы серьезно? Да. Смотри, когда я качусь, у меня рука так под меня как бы закатывается. И змеи тоже под меня закатываются. Ну-ка, пингвин. Пингвин, типа его задавило, не стреляет нифига. Ладно, поехали. Боже мой, как я раздавил эту машину. Могу я по ней еще прокатиться? Нет, не могу. Ладно, едем дальше. Дом на пути. Ломай дом. Давай, краби рука. Опа. Опа. На меня, кажется, спускается авиация. Ядерная авиация. Какие-то ядерные шары, слушай. А, пингвин замораживает все это дело. Опс. Кажется, я домик разломал. Так, пингвин, давай. Щупальца. Есть контакт. Давай, не достает пока. О-о-о. Мощно. Так, сейчас разберемся, пингвин, давай. Ё-моё, смотри, какой летит
Нет, уже не летит. Летел самолетик такой мощный. Но не долетел. Так, сейчас мы запуляем. Змея, стреляй мощнее. Мне бы... Вот так вот. Вот так. Мне бы змею поапгрейдить как-нибудь. Катимся, катимся. Шикарно. Что-то я там жизнь, что ли, себе заработал. Сундук летит. Надо в сундук снежинкой попасть. Слушай. Вот так. И теперь выбивай с него монетки. Блин, мне главное... Есть! Наконец-то я этот сундук сломал весь, полностью. О, людюшки, людишки. Слушай, ну я людишек не могу заморозить почему-то. Но зато сейчас мы их хату снесем. Та-дам! Как они выпрыгивают из этих домишек своих. Кстати, я не думал, что я такой здоровый осьминог на самом деле. Я думал, я какой-нибудь махонький такой. Совсем... Как ребятеночек маленький. Но на самом деле я просто здоровенная махина для убийств. Машина, прям так сказать. Давай. Вот. Блин, вы так долго летите, слушайте, я уже тут могу мороженку съесть. Смотри, собака, которая ест хот-доги. Ну ты знаешь, да, как хот-дог переводится? Горячая собака. Ай, весело. Весело тут у них в городе. Опс. Кажется, я домик сломал. Едем дальше, новая волна. Сейчас на меня как походу полетят со всех сторон. Полицейская тачка. Сейчас мы ее тоже разбомбим. ДНА. ДНК. Если я сейчас сломаю это здание, там будет новая ДНК, и у меня будет новая клешня какая-нибудь. Надо этот домик сломать. Но сперва надо разобраться с вот этой вот летающей бронированной машиной. Оп, нет машины. Взрываем шарамбу. Да. Это было... Это... Есть еще одна рука. Клешня. Я прям так и знал, что это лобстерная клешня. Мощно. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Офигеть, ты посмотри, сколько эта клешня стоит. 500. А ту клешню, все, ее больше нет, я ее не могу ставить. Ясно, значит, это клешня-заменитель. Поставим ее вместо вот этой. О, какая она, смотри, она больше, чем обычная. Ну, давай сейчас посмотрим, насколько она мощная. Мы почти добрались до статуи свободы. Крутить меня, колотить. Качусь и асфальт мочу. А, не, качу и асфальт мочу. Ой, там ядерная какая-то бандура едет, смотри. Она доставляет для меня ядерную боеголовку. Меня хотят бомбануть. Это прям-таки как-то и обидно даже. Так, значит, замораживаем ее и клешней. Давай. Давай, 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 давай. Клешней, клешней. Оу! Это было мощно. Блин, ну клешня это, конечно, она просто мощнейшая вообще, что я видел до этого. Она очень мощная. Сейчас мы вот куснем. Так. Сейчас взорвется. Откатываемся. Еее. Давай, пингвин, замораживай. Змея! Мы работаем в тандеме. Змея, пингвин и клешни. Но придется вот так вот сделать. Вот так, снежиночки. Ну, клешня, давай. Цапай. Есть, все, поехали дальше. Катимся, катимся, катимся мы дальше. Черт. Вы думаете, вы меня одолеете? Да, сейчас, конечно, вот так вот у вас клешней. Ха-ха-ха. А вот этих заморозить. Я прям чувствую себя каким-то суперзлодеем, которого никто не может победить. И сейчас мы тачки подаем еще немножечко. О, как я люблю тачки давить. Так, на меня летят самолеты. Сейчас, сейчас. Вот клешней ее. Опа. Еще клешней. О, как же это круто. Я такое удовольствие сейчас получаю. Но... Вот и домику хана. Наступила новая волна. Посмотрим, посмотрим, на что способны эти людишки. Могут ли они меня остановить? Или я сломаю их статую свободы? Так, о, ракушечка. Интересно, для чего она? Давай. Сейчас мы эту ракушечку... Ай! Жизньку профахал. Профуфукал, точнее. Хе.
Такого слова проплакал нет, наверное. Так. Не достаю чуть-чуть. О, достал. Есть. А эту клешню сейчас разрежем. Ну что, ломайся, здание. Давай мне свои эти ракушечки. Прыгайте, люди, прыгайте. Интересно, они с такой высоты прыгают и не разбиваются, прикинь? Людишки-то у нас крепенькие. Так, заморозить вас всех. Заморозить. Оу-оу-оу-оу-оу. Ой! Как там все разлетелось, просто в щепки. 10 ракушечек новеньких получил. Так. Че, заапгрейдить могу? Нифига не могу. И не хочу. Меня пока все так устраивает. Все, поехали дальше. Есть, мы наконец-то добрались до статуи свободы. Сейчас мы ее грохнем. Разломаем. Поехали дальше. Где этот долбанный варнинг? Ой, сейчас походу босс будет. Слушай, мы почти докатились до статуи свободы. Господи, что это за фигня? Она с молотком. Так нечестно. Ему в глаз надо попадать, да? Ну да. И надо уворачиваться от тесаков. Господи, как это сложно. Клешной, клешней, давай, кусай его. Вау, укатываемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Я думал, что он мне сейчас что-нибудь откусит. Укатываемся, укатываемся. Ага. Потихонечку сейчас мы его... О, два топора выпустил. Ну, они все мимо летят, и хорошо. Оп. Не, ну это легкий босс, на самом деле. О, три топора. И все равно мимо. Давай, давай. Блин, опять выпустил топоры. Ну, есть. Подкатываемся к нему. Сейчас я его мощной клешней забабахаю. Кусай, кусай его. Вот так. Так нечестно. Так нечестно. Я тут вообще-то с боссом разбираюсь, не с вами, людюшки. Да что ж такое-то? Со всех сторон. Вот так. Да. Они задолбали. Походу, они так и будут мешаться. Ладно, поехали вперед. Вот так, катимся, катимся, катимся. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй, как это было больно. Очень больно. Есть, наконец-то я его сделал. Ой-ой-ой-ой. Последний удар ему оставался, и я его сделал. Где это Эйфелева... Фу, блин, Эйфелева башня. Это, как ее? Статуя свободы, вот она. Давай ломай, круши ее. Наконец-то я до нее добрался. Но людишки не угомонятся, смотри-ка. Блин, со всех сторон летят. Вот так вот, вот. Все. Вроде бы уделал всех. И статуя свободы уже не статуя свободы. О, яйцо. Яиченька. Что там? Покажите мне. Не понял, это что такое? Я могу за рыбу теперь играть? Сейчас мы ее опробуем. Но ее, наверное, купить надо вначале, да? Прикинь, за рыбу теперь играем. Офигеть. Подождите, а как мне увернуться-то, если здесь left, right, to, poof? Нажимая влево или вправо, чтобы увернуться. Да как увернуться, тут даже щели нет, чтобы мне куда-то уехать. Окей, окей. О! Мощно. Что это сейчас было? Так, ракушечки, ракушечки полетели. Собираем, собираем, собираем. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Было больненько. Собираем ракушечки. Все, я теперь могу снова надуться, походу. Если в этом будет необходимость. И... Ай, да что ж такое-то? Надувайся! Ой, все, хана мне похуй. А, нет, выкрутился. Фух. Е-е-е. Напоследок надуться, нет? Давай надуемся. А что-то не надувается она. Наверное, это было заскриптовано, когда она надулась. А если я пробел нажму? Не, ничего не происходит. Блин. Я думал, я надуваться смогу. Ну это скучно. Уворачиваться от мин.
и собирать эти ракушечки. Может, хватит уже, а? Давай. Хорош уже. Опа, ракеты полетели, слышь? Скучно мне стало. Разнообразили геймплей ракетами. Вы что, прикалываетесь, что ли? Может, я на сушу выйду? Эволюционирую? По дарвинской... Ай! Да нет! Нет! Ай! Мина! Фух, ушел. Ушел, слава богу. Ёп! Парасоте! Фух! Вот это подстава была. О, пчелу открыл, прикинь. Бидена! Ну-ка, давай посмотрим, сколько она стоит. Пчела стоит 250. Ха, можно прикупить, в принципе. Давай возьмем и поставим ее вместо змеи. Ой, ну все, у меня теперь полный фарш. О, у меня одна хп осталась. Мы сейчас профукаем же. Одна хп и ноль жизек. Это не весело. Ну что, господа, давайте на этом приостановимся. Хватит на сегодня разрушений. Если тебе понравилось, то с тебя лайкосик и комментосик под видосик, а также подписочка, если ты еще не подписан. Ну а я на этом с тобой прощаюсь. Тебе всего хорошего, удачки, пока. И увидимся в новом видосике.